Хотела показать вам такой интересный отель в Риме. Называется Abit Art Hotel. Все как интересно тут не придумали на входе, да? Различные скульптуры. Вот такая вот с чемоданом. Все из мрамора. Интересно, правда? Вот такая вот с сумкой. Вот такая вот. О, прячется за колонной. Походу, или колонна маленькая, или что-то другое большое. И вот еще один. О, это не реклама. Мне за это не платят. К большому сожалению. Ну, вот такой интересный отель. Так что, кто хочет, может найти в интернете. Внутри очень, кстати, красиво. Не видно, отсвечивает, но все, конечно, как в лучших домах Парижа и Лондона.